Всем привет, с вами Настя из Стокгольма. У меня за спиной Королевский дворец. Наслаждайтесь видом. А поговорить сегодня хотела о рабочей визе в Швеции. Дело в том, что получить визу напрямую через работодателя очень сложно, из-за того, что это очень долгий, энергозатратный и времязатратный процесс, если все делать по правилам. А по правилам, по закону, все делать нужно, естественно. То есть сначала нужно вакансию предложить людям, которые уже живут в Швеции, или гражданам Евросоюза. Потом, по прошествии некоторого времени, эту вакансию можно предложить людям из-за пределов Евросоюза. Потом на весь процесс оформления визы может уйти буквально до полугода, может, иногда больше, если какие-то еще вопросы возникают дополнительные. Естественно, когда это занимает столько времени, это очень невыгодно для работодателя. Проще взять на работу кого-то, кто уже есть в Швеции. Но есть другой вариант, с этим вариантом работаем мы. Это приехать в Швецию в командировку через польскую компанию. То есть вы получаете рабочую визу в Польшу через польскую компанию и приезжаете в Швецию в командировку на 3 месяца к нашим партнерам, с которыми у нас заключен договор. И таким образом это все гораздо проще сделать, гораздо быстрее, и мы берем на себя большую часть организационных вопросов. И, естественно, все легально, законно, с документами, все как положено. Поэтому, если вам интересен такой вариант, обращайтесь к нам. Мы сейчас как раз ведем переговоры с новыми партнерами, чтобы предложить вам еще больше вакансий. Поэтому обращайтесь к нам и следите за нашими новостями.